Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Чуть-чуть с опозданием, но не страшно. Мы даем агрогороскоп на октябрь месяц, и он посвящен обрезке садовых растений, а также агрогороскоп зеленых операций в октябре 2022 года, время киевское. Дело в том, что в начале месяца, сразу же после новолуния, очень сложный был период, очень много напряжения различных планет, космические очень сильные напряжения, плюс магнитные бури. И вот мы практически, единственное, что можно 12 октября, если при посадке нужно будет что-то обрезать, можете обрезать. Но если вы можете высадить растения и обрезку каких-то веток провести 13-го, то есть уже в близнецах, можно и это делать. Так что 12-е по выбору. И сейчас мы рассмотрим все хорошие благоприятные дни для обрезки, для зеленых операций. Итак, близнецы, убывающая луна 13 октября с 9 часов утра до конца суток, 14 октября все 24 часа и 15 октября с 0 часов и до 14 часов. Следующий период, после перерыва, мы во Льве можем проводить обрезки садовых растений, зеленые операции. С 18 октября начинается с 9 часов утра вот этот период и до конца суток. Также 19 октября все 24 часа, 20 октября с 0 часов и до 14 часов. Следующий период очень хороший в весах при убывающей луне. 23 октября с 6 часов утра и до конца суток, а также 24 октября все 24 часа. Идем дальше. В Стрельце растущая луна, это здесь у нас уже биологический покой у растений будет, и это сразу же после новолуния. И мы смотрим, вот выбираем еще даты, есть тут, можно использовать их. Это уже осень, причем уже листопад завершается, поэтому мы можем провести обрезки. Ну и еще можно провести зеленые операции тем растениям, которые у нас живут в доме, на подоконниках и в других очень благоприятных местах. Итак, 27 октября с 15 часов дня можно и до конца суток. 28 октября все 24 часа и 29 октября с 0 часов до 16 часов. Ну, практически до конца дня, далее переход сразу в Козерог. И можно в Козероге еще 29 октября с 16 часов до конца суток обрезки проводить. 30 октября все 24 часа и 31 с 0 и до 17 часов. И все, и на этом останавливаемся. У нас есть агрогороскоп на риски укоренения черенков. Так вот, для черенков завершите в 15.30 вот этот агроприем и установите на укоренение. Сегодняшний выпуск, как всегда, подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам крепкого здоровья, здоровья вашим растениям. Берегите их тоже, берегите своих родных и близких. Ну а мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Пока-пока!